Всего будут представлены отделения и секции по 43 видам спорта. Среди них различные виды единоборств, командные виды спорта, фехтование, стрельба, чирлидинг, шахматы, спортивное ориентирование, зимние виды спорта. Родители и дети смогут лично узнать о работе каждого направления и предварительно записаться в понравившееся спортивное учреждение. Для жителей Центрального и Охотинского района мероприятие будет организовано в 9 часов на стадионе первой спортшколы на Парковой. В Адлерском районе на базе РДК «Адлер». Там начало в 11 часов. В Лазаревском площадкой станет спорткомплекс «Лазаревский». Старт мероприятия в 10:00. Также дни открытых дверей спортшкол пройдут в Дагомысе, в Дюсерше номер 8, гимназии номер 76, начало в 11 часов.